Святой мученик Александр пострадал во время гонений императора Максимиана. Недалеко от Салуни, в городе Пидни, служил Александр пресвитером. Как лучезарная звезда сиял он благочестием среди тьмы языческого нечестия. Как же убедительно, одухотворенно обличал он безумие идолослужителей. Как же вдохновенно он проповедовал веру христианскую, что многие язычники крестились под его наставлениями и обратились сердцами своими ко Христу. Почитатели идолов клокотали от ненависти к христианскому священнику Александру. Не могли они видеть его смелости и переносить силы его боговдохновенного слова. Напали они на святого, после чего предали его жестоким беспощадным пыткам. Этими мучениями язычники хотели принудить Александра принести жертвы римским богам, но слишком крепка была вера Христова мученика, будто бы сам Господь укреплял его в страданиях. Приговорен был святой Александр к усечению мечом, и с молитвою благодарности предал он свою чистую душу в руки Господа. Шестое марта. День памяти святого мученика Александра Пиденского.